Доброе утро всем! Наконец-то у нас утренние стримы, и наконец-то трансляция началась раньше, чем полдень. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию Гесси Кап. У нас уже идет плей-офф, и у нас уже четвертьфиналы. Четвертьфиналы только-только начинаются. Начинаются они с матчей конкретно команды Invasion eSport против NVIDIA Aces. Ну, по пику, собственно, вы наблюдали уже картину. Что интересного вообще произошло у нас за время моего молчания? Произошло вот что. Shadow Demon и Mirana в пике команды NVIDIA. Давным-давно забытая стратегия. Ну и Abaddon более-менее разбавил команду Invasion eSport. А так, в принципе, базовые пики, ничего нового тут нет и, как я понимаю, не будет. Тут Invasion давным-давно. Новых стратегий мы не наблюдали. Что-то я подозреваю, что наблюдать до конца этого турнира, да и может до конца вообще всего существования команды Invasion не будем. Команда не пластичная, это 100%. Вот, команда играет наработанными стратегиями, делает то, что, видимо, натренировано, то, что наиграно было. Ну, ни шагу влево, ни шагу вправо, собственно. Хотя какие-то результаты, конечно, это дает. Своих персонажей Invasion реализуют неплохо. Это где-то, я думаю, топ 3-4 у нас азиатской доты, не считая Китая вообще. Поэтому, безусловно, команда на уровне. Команда гораздо сильнее, чем те же Aces, которые сейчас против них. Но вот у Aces, я так понимаю, решили брать пиком конкретно, потому как интересные комбинации имеются. Во-первых, SD плюс Mirana, во-вторых, Warlock. Насколько я понимаю, Warlock идет в мид. Да, судя по закупу, ну, Талисман уже приобрел Animal у нас и должен отправиться в мидлейн. Тут, в принципе, против него будет стоять снайпер. И у снайпера действительно проблемы могут появиться. Элементарный Shadow Ward. И снайпер вынужден будет хилиться нон-стоп. Покупать банку снайперу — это вообще моветон. Никто это не делает и делать не будет. И правильно, наверное, что не будет. Но какой-то постоянный отхил будет нужен. Shadow Ward будет есть гораздо больше, чем снайпер сможет себе позволить отъесть за счет танка. Ну, глянем. В общем-то, реализацию посмотрим. От нее будет зависеть достаточно много. Если Invasion более-менее могут себе позволить уйти в серьезный лейт, то Aces надо реализовать свой пик где-то минуты до 20-25. Потому что Warlock без артефактов, без аганима, без рефрешера тут, в общем-то, бесполезен. Тот же снайпер с диффузами разберет пополам вообще всех големов. Ну что, у нас встреча на топ-руне. Команда Invasion по чуть-чуть, по шагу, пытается отковырять хотя бы какое-то пространство. Ну что, прилетела шрапнель у нас от WTF-а. Сразу же бросают его в дизрап. Ну и все, здесь, в принципе, комбинация с Абаддоном себя реализовывает. Снайпер, да, не в полной сохранности, конечно, но живой и отходит из данного файта. Фрагов не произошло на топ-руне. И топ-руну, по-моему, все-таки отжали игроки команды Invasion. X забирает руну. На топе, а нижний лайн... Нижний лайн за Гёстом, но ему тоже пришлось здесь пострадать за собственную руну. Варлок все-таки отправляется в соло, но не соло мид, а соло бот лейн. Легкая для Варлока и сложная для Бэтрайдера. И я думаю, что Варлок в соло Бэтрайдера здесь просто сгноит. Это, в общем-то... Да, в общем-то, элементарно делается. Если, конечно, не подставится у нас под кучу напалмов и фаерфлай. Ну, до этого еще далековато. На миде WTF на снайпере против... Против Куа на Дроу Рейнджер. Ну и топ лейн у команды Invasion — это трипла, фармящий Бристл Бэк. Ну и Вич Доктор вместе с Абаддоном на подсейв. Терпеть здесь поставили миссу на Винд Рейнджер. По расстановке лайнов, конечно, у Асес все относительно неплохо. Главное, что им необходимо, это чтобы Варлок быстрее выформил свой левел и какая-то возможность была нормально файтиться. Ну и, во-вторых, роум еще дабла из Мираны и Шадоу Демона. Это тоже должно сыграть. Первого левела у нас SD пока вообще экспириенс не получал, ну, готовится. Мирана уже готовится и отошла на такой рейндж, что только дизрапшн, сразу же отправляется стрела у нас на снайпера. Ну и на фулл рейндж, если стрела залетит, тут... Дроу Рейнджер, понятное дело, разберет за секунду у нас снайпера. Мисса на топе. Кое-какие фраги, кое-каких крипов все-таки денайть удается у нас Винд Рейнджер. Но рейндж большой, в принципе, опять же, есть пауэршот, есть через что, собственно, и харасить соперника, и денайть крипов. Тут не такая неприятная ситуация, как могла бы быть. У Бэтрайдера. Бэтрайдер у нас выходит на Мирану. Проюзал Firefly, Мирана горит, у Мираны нет... Липа, и об этом прекрасно знает у нас Гёс. Но не отпускает отсюда Мирану, First Blood. Ну,
Странно как-то. Роумища Амирана умудрилась выйти и слиться на топ-руне. Спрашивается, зачем тебе вообще эта руна была нужна? Вроде бы Мирана у нас ради стрелы бралась под данную комбинацию, под данную даблу. А по факту Мирана отдается на ФБ и дарит неплохой буст команде Invasion. У них и так у команды Assassin's дела не очень приятные будут при меньшем количестве фрагов, чем у соперника. А если отдаваться еще на таких непонятных вообще мувах, то, конечно, ничего хорошего Assassin's не ждет. Ну ладно, ФБ сделали. Мы, собственно, не пропустили. Это уже великолепно. Invasion на данный момент на 3-й минуте 200 всего лишь по голде. Да даже и меньше, наверное. Да, Invasion меньше по голде, чем 100 даже опережает своих соперников. По экспириенсу тоже абсолютный ноль. Это при том, что ФБ забрали Invasion. Даже удивительно, кто же у нас там так проседает по фарму. На первом месте Бэтрайдер. 1500 по нетворсу. На втором Варлок практически 1500. Дальше идет Дроу Рейнджер. Ну и дальше Снайпер. Кто там у нас такой лох, а? Непонятно, в принципе. Ну, опять же, дабла из саппортов не фармит вообще. Ведь Доктор один крип убит, 3 за Денайна. Абадон вообще потерялся с лайна. Абадон у нас перемещается на мидлейн. Ноль абсолютно по крипам. Понятно, что то, что накапает, то его. По факту фарма никакого нет. СД пытался у нас Бэтрайдера подцепить, не получилось. Ну, трипла перемещается вниз. Ну, точнее, сформировывается уже внизу, потому как до этого дабла у нас было Румище. СД плюс Мирана. Ну, по факту эта дабла оказалась абсолютно бесполезной. Снайпера в итоге так и не загнобили на мидлейне. А еще и на ФБ умудрилась у нас Мирана отъехать. Один, Что, возвращаемся. Прошу прощения за небольшие технические неполадки. У нас проблемы были с микро. Я думаю, вы об этом сами прекрасно догадывались. Сейчас проверим, как там дела обстоят. Ну и если что, попытаемся максимально быстро устранить. Ну, по факту ничего особенно не поменялось, хотя мы два фрага мы не озвучили. 2-1 впереди команда Assassin's, и кто же у нас вообще кого убивал? СД забирает два фрага себе. Ну, вот она, дабла, наконец-то.
Еще один удар по курьеру. Нет, не догоняют у нас курьера. Подсветили. Вижен, конечно, был, но рейндж очень маленький. АДТР ловит стрелу со старта. Сразу же надо цеплять его в дизрапшн. Нет, бристлбэк отправляют у нас дизрапшн. И, скорее всего, и с бристом разберутся. В принципе, через триплу, через обычный дэмэдж с руки разваливают. Инвейжн, каски, сразу по двоим. Меледикт туда же поджигает всех гёст. Ну и, скорее всего, забирает. Тут, скорее всего, двоих и заберут. Лассо пошло у нас в ВР-ку, а СД сам по себе догорает. Ну что, разменялись 2 в 2. Стоило ли оно того? Ну, пожалуй, что стоило. Ассесам надо реализовывать свою строту, и СД хотя бы какие-то фраги здесь... Не фраги, а какой-то экспириенс получил. Как и СД, так и Виндрейнджер. Ну, игроки команды Invasion, которые у нас отъехали первыми, я говорю об Абадоне и Бристлбеке, остались без экспириенса. Какая-никакая, но палка в колесо команды Invasion. Надо все равно их стопить. По фарму, Варлок приобретает себе Мидас. Уже есть 8-й левел, ну и еще 950 на руках. Собственно, Варлок себя чувствует... Достаточно комфортно. 4300 общий нетворс. Опережает на 800 у нас Бэтрайдера, который идет на втором месте вообще в общем зачете. Ну и первый в составе команды Invasion. Так, 4-3 счет, 8,5 минут сыграно по золоту. Assassin's полторы, даже 2000 опережают своих соперников по экспириенсу Invasion немного, но все-таки впереди. Големы еще у нас заюзаны не были, и не были заюзаны ни разу. От Варлока пока что готовится, ну надо выбрать удачный момент. Тут опять же все зависит от того, как СД с Мираной ворвутся. Либо Мирана в соло забросит стрелу, либо СД успеет дизрапшн бросить, и потом ожидаем и стрелу, и скорее всего големы на голову команды Invasion. Ну, четвером уже игроки команды Assassin's на топ-лейне. Зацепили у нас Бэтрайдера, сразу 3 ТП сюда. Ну, это явный фейл со стороны команды Assassin's. Вообще непонятное перемещение по карте. Зачем этот мув был нужен? Ну, решили обезопасить своего мидера, но тут Тракса была в абсолютной безопасности. Бэтрайдер моментально отъехал назад. Ну и по факту двух игроков стянули, экспириенс потерян. Возможность забрать тауэр тоже плавно у нас теряется. Варлок на Бристлбека. Ну, можно подцепить. Просто надо зашейклить у нас элементарно Бристлбека. Ну, Миса почему-то не решает вообще юзать этот скилл. Даже удивительно немножко. Так, выходит у нас в спину Shadow Demon. Ну, все, и отходит. Мувы, конечно, дичайшие. Тут танцы просто шаг влево, шаг вправо. И экшен по факту не происходит вообще. 10 минут сыграно. 7 фрагов мы с вами увидели. Ну... Заочно, конечно, увидели, парочку пропустили. Но сам факт, что экшена, ну, по минимуму. За 10 минут всего лишь 7 фрагов, это действительно мало. При любом из раскладов. Ну, у команды Invasion действительно такой... Так, падает на голову голем сразу по двоим. Абадон у нас в стан не попадает. Бристлбэк под дизраптом выхиливает его Абадон. Ну, скорее всего, расстреливает. Миса ультит у нас в Бристлбэка, хотя и Миса... На лоу хп. Все, забрали одного бриста, потеряли только дроу рейнджер, но это было в миде, это вообще не считается. Тауэр забирают. Голем жив, как я понимаю. Где голем? Голем здесь. Голем здесь и пока еще будет жить практически половину времени жизни своей съел. Можно попробовать пропушить до Т2, можно в принципе оттянуться. Да, голем опускают вместе с виндрейнджер и вся команда Assassin's отправляется на другие лайны. По золоту в этом файте подняли, ну, где-то 1500. Сейчас 2500, даже ближе к 3 преимущества Assassin's. По экспириенсу Invasion по-прежнему впереди, но всего лишь на 200. Это полнейшие копейки на 12-й минуте, это не в счет. Вроде наладились у нас дела с микрофоном, звук тоже подравнялся и уже великолепно. Так, 12 минут сыграно. По золоту видели, по экспириенсу видели. Давайте по артефактам пробежимся, у кого что появилось. У снайпера фейсбутс и аквила. 390 на руках, уже отправляется у нас даблтиф на эншентов. Ну, осмелел до ужаса. Бэтрайдер. После даггера стаф у физзадри имеется, ринг у фриген есть. Остается где-то 700 до форстафа у Бристлбека.
Если в курьере что-то. Нет, Брист у нас пока еще без вангуарда бегает. 12-я минута, ну. Там гнобили его, и мы видим по счету 0-2-2. Это неприятность вообще для такого живучего героя, как Бристол Бэк. Тем более, если он стоит на легкой. Тем более, если он стоит в окружении двух саппортов. Еще и такого саппорта, как Абадон. Ну, загнали Бриста, и об этом можно уже смело говорить. Так, готовится встреча у нас на хай-граунде команды Invasion. Ну, через Шейкл, в принципе, подстопили немножко Invasion. Развалили SD, развалили также Windranger. Ну, действительно, загул полнейший. Где в это время Мираны? Почему Мираны не рядом с SD, непонятно. Дизрапшн проюзали Шейкл. Ну, и в итоге Шейкл настоялся на Дизрапшн. И оказался бесполезным что один, что второй скилл. Варлок 19 секунд, еще не будет голема. Драку надо сушить и ввязываться в нее без голема бессмысленно. Ну и без ВР-ки, которая у нас по факту нормально нафармленная. Понятное дело, что Мирана здесь вообще не боец. У Мирана 4 левел и все как-то на подстоп на нормальные станы вкачано. Старфола нет, есть только вторая стрела и второй лип. Ну и что там Дроу Рейнджер? Куа отправляется у нас в лес. Имеется уже Мордип Маз, готовится выход в МОМ, как я понимаю, уже может, в принципе, нести себе данный артефакт. Ну, два в Рейсбенда и Power Threads. Хотя, как я вижу, готовится выход в Яшу. Да, скорее всего, будет Яша потом, МОМ уже не критично. Миса, ульту на Тауэр. Тауэр должен падать, денайть некому. И опять же, на подсейв Тауэра стоит здесь СД. Если кто-то подойдет, сразу же в дизрап. Дизрап пошел у нас по снайперу, как я понимаю. Голем на голову снайперу. Голем ни по кому не попадает. Тауэр забрали. В итоге голем оказался просто-напросто бесполезным. И подпушить не вариант совершенно. Потому что голема у нас разберут и просто заработают на нем денег. Да, какая-то реализация, честно говоря, кривоватая. Во-первых, големы первые на топе упали только на двоих из троих. Чуть-чуть не подрасчитал у нас Варлок. Ну а вторая реализация голема просто бесполезная оказалась. Там польза от него как одного пауэршота от ВР-ки. Ну что, зацепили Мирану. Каски в спину, ну и еще и через бочку, через поджог. На хосте, за СД. Какой же огромный дизрап. Дальше за Shadow Demon. Shadow Demon, скорее всего, отъезжает. Под Shadow Sword. Пока живет, обхивал под ноги. Хотя могут и Бэтрайдера здесь разобрать, было бы вообще кому разбирать. Обхивал под ноги, а бить попросту некому. Где находится дровка и почему дровка не участвует в файтах, это при том, что остальные просто без руки. Тут сборище коллег в составе команды Assassin's, ну конкретно я имею в виду по фарму, а не по игрокам. Тут костылями разве что бить можно. Кроме Draw Ranger, разумеется, у нее уже 11 левел есть. Есть, в принципе, около 200 с руки и в файте она ой-ой-ой как нужна. ВР-ка одна не справляется, ну и это понятно. Тут против ВР-ки приличные толстяки есть, которых попробуй забери. Я, конечно же, говорю о Бристол Бекке и об Абадоне. Яша уже прилетает у нас для Куа. Куа перемещается вниз. Ну, готовится выход на Вич-Доктор, как я понимаю. Если встретится, ВД должен рассыпаться. Давай газ и разваливай. Тут просто три удара. Вич-Доктор уже красный бегает и мучается. Ну, о чем я говорю? Дроу Рейнджер. Нормальный дэмэдж. Так дерись, в принципе, с командой. Уже 15 минут фарма прошло. Ну, я думаю, сейчас дровка должна переместиться, если, конечно же, у нее есть совесть. Так, у Мираны до сих пор нет ПТ. 16 минут, Мирана без ПТ, зато есть 1100 на руках. Ну, можно приобрести хотя бы Power Threads. Просто по силе и по ХП проседает Мирана невероятным образом. Хотя, возможно, это опять же будут... Можно было бы элементарно в какие-нибудь Транквилы выйти, а Gloves of Haste превратить в Мидас, потому что Мирана, как я понимаю, фармить у нас до конца игры так и не будет. Это такой своеобразный Ancient Operation, только на... верхом на тигре и с неплохой фигурой. То есть в файтах не участвую, просто даю стрелу, даю инвиз, а там уже как пойдет. Пока что идет у Мираны не очень. 0-2-3 счет. Хотя бы есть ассисты. Ну что, выходит команда Assassin's на Рошана. Уже готовы Invasion. Как я понимаю, Invasion все понимает. Здесь еще и бочка, если сейчас двоих-троих забросят на хэграунд. Так, зацепили у нас Draw Ranger, рассыпается под Firefly. Ульта от Мираны оказалась абсолютно бесполезной. Забрали дровку. 6-8, Invasion впереди. И по золоту они, я думаю, очень скоро своих оппонентов догонят. 3000 сейчас. Assassin's даже ближе к двум уже. Графики падают. По экспириенсу Invasion как выигрывали, так и выигрывают. 500 с копейками
по XP. Ну и выходят на Рошана. Бить вроде бы некому. Снайпер у нас рахитичен слегка. Абадон вообще никогда не бил никого. Ну, Брист разве что может нормально потанковать и побить. Но, тем не менее, ковыряют. Я думаю, это еще часов 8 и где-то, я думаю, к 7-9 вечера Рошана должны забирать игроки команды Invasion. Тут дров уже 5 раз переродилась. Так, стрела полетела у нас от Мираны. Стрела по Бристлбеку у нас попадает. Бристлбеку на это фиолетово. Бэтрайдер в итоге забирает Аегис. Нет, написано было, что Бэтрайдер. Что такое? Нет, WTF забирает Аегис. Снайперу отдали Аегис. Меня немножко подплавило. К 17 минуте этого матча. 6-8 счет по золоту. 2000 ассес после Рошана. По экспириенсу 1500 Invasion. Даже странно, как ассес у нас так сильно по фарму вышли вперед. Ну, тут, я так понимаю, все сконцентрировано в Варлоке. 8600 у него заработанных, 7400 всего лишь у снайпера. Варлок, который перефармливает снайпера, даже немного удивительно. Есть уже Аганим, еще и 1200 у нас для Варлока сверху. Ну, тут, собственно, путь один для Варлока. Собирай рефрешер и хоть как-то в файтах выковыривай хп у команды Invasion. Вич-доктор, я думаю, от 4 големов будет сыпаться за один удар от каждого. То же самое, я думаю, ожидает и снайпера, при всем уважении к данному персонажу, но парень сладкий для големов, так тем более. Мирана, да, все-таки покупает Мидас, как и думалось мне, ну и как и решает Мирана. Приобретает Мидас, чтобы хоть как-то выйти хоть в какие-то артефакты, потому что бомжевать Миране и на соцспособии висеть бы до конца игры можно было. Так, у дровки уже имеется мом. Это все после Яши появляется. Еще 920 сверху у Коа. По КДА, конечно, ситуация не самая приятная. Один килл и две смерти. По Варлоку, как там дела? 1-0-0. По КДА идет Варлок. По золоту, в принципе, видели, как ситуация. По артефактам тоже, как видите, все в порядке идет. Ну, Мирана видели. СД... Урн оф Шадоу есть Транквил Буци. Неплохой, в принципе, затар. Для 20 минуты на фулл саппорте почему бы и нет. Ну, СД у нас умудрялся еще и фраги подстиливать. 2-2-3 кеда на данный момент. Ну и у Виндрейнджер уже есть Оркид и еще 500 сверху. Это все после фазов, после наличия ботла. Ну и Magic Wand, конечно, как же о нем забыть. Просто обязательный артефакт, который спасает жизнь в любой ситуации. Абадон. Транквил и больше ничего. Но Абадон у нас вообще на полнейшем подсосе был. Тут три фрага, три крипа, точнее, добито, две смерти. Абадона цепляют у нас. Где Мирана? Готовь стрелу. Абадона нет, Мирана не дает стрелу. И в итоге АДТРа просто с руки будут расковыривать. Пошла ульта от Мираны. Надо голем, хотя голема может и не быть. Под Shadow Wardom здесь Animal и, скорее всего, успеет дать голема. Голем падает сразу троим по голове. То, о чем я говорю, Варлок уже сыпется просто от удара по голове от кирпичей двух этих. Ну и что? В итоге АСС големы, конечно, проюзали. Големы эти нормальность наваливают. Но толку от самих героев команды АСС просто никакого. Зажимает у нас WTF, а нет, не получилось. Размансовал все-таки снайпер, через фазы ушел... Между деревьями, да, там фейсбутс, там, в принципе, не зажмешь. А вообще, комбинация была очень крутая, и в самом, наверное, неподходящем месте при наличии двух големов умер у нас снайпер. Можно было между деревьями зажать и снайперу лицо оторвать без вопросов. В итоге троих потеряли, забрали двух игроков. Бэтрайдер, в принципе, ценный персонаж, Вич-доктор у нас практически бесплатный для команды АСС. 9-11 становится счет, 21 минута сыграна по золоту. 1500 в пользу команды Radiant по экспириенсу. Invasion у нас на 3000 опережают своих соперников. WTF, 3000 на руках. Кого-то как будто ограбил у нас снайпер. Пока ничего не приобретает. Но я думаю, что не будет лишним, в принципе, для снайпера диффуза приобрести по данному матчу. Големы на подходе. Я говорю о 4 големах, конечно же, а не о 2. За счет рефрешера орба с той скоростью, которой Варлок у нас фармит. Я думаю, вполне скоро это может случиться. Ну, поэтому надо позаботиться о быстром и легком расчленении этих големов. Тут конкретно диффуза эту цель и преследует. Ну что, в итоге забрали у нас Мирану. Забрали Мирану вообще на ровном месте, без какого-то сопротивления. Ну, Миране еще и сопротивляться. 0-4-5 счет.
Там сильно не посопротивляешься. Дроу Рейнджер, да развернись ты и бей его. Все, разворачивается на Бристл Бека, но здесь недалеко у нас АДТР. В итоге дровка ТП аут как можно быстрее. 9-12 счет. Дроу не забрали, но и она Бристл Бека в живых оставила. Тут, в принципе, в паре с Абадоном сильно не подерешься. Размансовать Бристл Бек мог без вопросов. Тот же Абадон неприятный, доставучий за счет Афотик Шилда. Дроу расковыряли бы без вопросов. Медленно идут артефакты для Варлока. После Аганима денег действительно маловато почему-то капает. Могло бы быть и побольше. Все-таки 23-я минута. Аганим появился минут, наверное, 5 назад. Минуте, да, на 19-18. Ну, пока 1600. Ждем. Тут, в принципе, путь заказан уже Варлоку, все ясно. Будет просто рефрешер-ор, потом уже как пойдет. Ну и вот, о чем я говорил. Снайпер. Одним кликом приобретает себе Diffusal Blade, и это минус один голема, может даже минус два голема в файте. У диффузов откат маленький, конкретно пуржа, поэтому с големами будут разбираться очень и очень просто. И даже обидно. Ты собираешь, копишь, варлоку выделяешь целую линию. И тут одни диффуза все старания варлока и его големов в никуда отправляют. По золоту Invasion вышли вперед. По экспириенсу, как были впереди, так впереди и остались. Ну, расходятся команды по своим половинам. В принципе, ситуация у нас такая, что давайте я, наверное, вам расскажу, как вообще у нас дела обстоят. У нас команда Invasion и Assassin's выходит на победителя пары CSW и Mineski. Пока что только-только начались четвертьфиналы. Это, в принципе, первый матч. И вот Invasion играет против Assassin's. Кто выигрывает, тот проходит на победителя CSW Mineski пары. Ну а кто проиграет, отправляется у нас до следующего турнира отдыхать и готовиться. Ну и вторая пара четвертьфинала — это Signature Arcanus и E-Home 5 EVA. Собственно, победители двух этих пар выходят друг на друга. Ну а там уже, в принципе, остальные все увидятся в финале. Победители названных мной пар. Ну ждем. Как когда определится победитель данной пары. Я бы ставил на Invasion тут без вопросов. Если вдруг кто там хочет и есть еще возможность на выход одной или другой команды в полуфинал, то, конечно, Invasion по уровню гораздо сильнее. Игру высушить они смогут без вопросов, дойти до лейта, где снайпер с Бристлбеком, да и элементарно Абадоном будет команду Assassin's разбирать за 2 секунды. Одними големами тут не отковыряться. И диффуза уже снайпера об этом сказали. Пока еще не сказали действительно по факту, но мне сказали. Ну и дальше 1-2 минуты Assassin's тоже прекрасно поймут, что дела не так радужно, как им хотелось бы того. О-оу, Warlock. До сих пор у нас без рефрешера, но это не так-то просто. Хотя осталось совсем немного. У Warlock уже имеется персик, есть рецепт на рефрешер орб. Самый дорогущий рецепт в мире вообще. Цепляет у нас Warlock, но закупился практически под ноль. По золоту тут ничего не потеряет, и это уже неплохо. Ну, потерял 70 копеек, это не в счет абсолютно. Да, 50 секунд в таверне, это неприятно. И левел не капает, тоже неприятно. Нужен 16-й левел, Аганим и... И также нужен рефрешер ор. Только в таком случае, если поймать снайпера, снайпер может даже и не успеть у нас через диффуза забрать одного голема. С руки големов ковырять уже не так-то просто. Команда Invasion просто как потерпевшие бегают, если вдруг на голову пара таких кирпичей упадет. Ну а если это пара пар будет за счет рефрешера орба, там, я думаю, паника посеется в стане команды Invasion полнейшая. Assassin's выходят на топ-лейн. Шрапнель от снайпера. Ну, в принципе, всем плевать на эту шрапнель. ТП сюда от Бристлбека. Сразу же ТП от Бэтрайдера. Цепляет у нас Мису. Миса на Виндране как можно быстрее валит отсюда. Ульта пошла от снайпера. По Мисе. Хотели сбить ТП. Ну, тут, в принципе, ТП никто не делал. Ну, бочка уже в спину. Это уже бесполезность полная. Команда Аса стянула всю команду Invasion на топ. Практически всю. Тут единственный беднягович-доктор во вражеском лесу. Непонятно зачем. А в принципе вчетвером перетянулись на топ. Ну и в это время Assassin's
отправляются дальше фармить. Какие-то копейки по времени, какие-то миллисекунды, секунды выиграли. Хватит ли их, опять же, для того, чтобы собрать рефрешер у нас? Варлоку увидим. У Бристол Бэка уже есть Кримзон Гвард и уже есть Кераса. 15 уровень. И по дефу тут триллион просто. Чем убивать Бриста и как его убивать с руки, толком непонятно. Скорее всего, будут разбираться с этим делом у нас ИСД и Мирана вместе с ВР-кой. Ну, а там уже и големы свое дело сделают. В принципе, конечно, не неубиенный у нас Бристол Бэк. Можно с ним говорить и говорить на равных. Для этого надо нормально по золоту вывести Дроу Рейнджер. И по дэмэджу тем более. Появляется Ultimate Orb. После Сенджин Яши. В хорошую живучую дровку. С нормальной скоростью атаки, с нормальным количеством ХП. Ну и с большой скоростью бега. Выходит у нас по факту Куа. Сенджин Яши. Ну, бюджетная версия хорошего артефакта. В принципе... Пусть будет полезно. У нас вообще как-то тенденция Сенджин Яша на любом герое приобрела силу. Раньше, наверное, у команды Alliance только можно было наблюдать приблизительную схему. И конкретно даже не у всех Alliance, а у Лоды. На любом керри, в любой непонятной ситуации, покупай Сашу и Яшу. Ну, теперь практически каждый герой у нас Саша и Яша. Я говорю, ну, вы прекрасно, если вспомните, поймете. Снайпер... Саша Яши, это must have просто. Дроу Рейнджер сейчас, Саша Яша. Тот же Джаггернаут, Сенджин Яша. Единственное, что Магину пока без Сенджин Яши оставляют. И за это спасибо профессиональным игрокам. Хотя тут такое по характеру персонажа, в принципе, можно бы и взять. Мирана пошла бы у нас в лейт какой-то, в какой-то фарм. 100% Сенджин Яша был бы первым артефактом. Короче говоря, в глазах уже рябит от этого артефакта. Все, Рошан падает. Забирают его команда Invasion. Снайпер второй Аегис себе прибирает к рукам. Диффуза пока не юзал. Но это все по причине того, что Варлок пока не юзал у нас ульту. У Варлока 15 с копейками. Левел 16 аж просится. Потому что уже есть Аганим и уже есть Refresher Orb. За 29 минут, в общем-то, неплохо. Да, был на легкой линии у нас Варлок. В принципе, фармил... В принципе, вывозил себе деньги, но тем не менее, это Варлок, и это парень не тот, который так просто фармит, не тот парень, у которого есть сплэш какой-нибудь или вообще удобный спелл для фарма. Ну, по факту, Варлок очень и очень неплохо себя чувствует, 162 крипа на данный момент, ну и второе место по нетворсу. Для 30 минуты, по-моему, великолепно. Так, цепляют у нас Бристол Бэка, Сайленс пошел по нему, а Фотик Шилд здесь ничего, в принципе, не сделает полезного для Бриста. Кримзон Гвард перед смертью только по себе. Бристол Бэк проюзал, ульта пошла от Мираны. Ну что, неужели асы сосмелели настолько, что смогут Invasion расковырять здесь? Ну есть смысл, главного танка потеряли. Дэмэдж вывозить в принципе некому, а дэмэджа здесь более чем дофига. У Варлока есть Аганим, есть Refresher Orb, надо просто идти и давить. 37 секунд еще не будет Бристол Бэка. И это Бристол Бэк, кстати, с Кримзон Гвардом и Кераса. Это важные артефакты не только для него, но и... для всей команды. Ну, отстреливаются. По чуть-чуть. Прощупывает у нас территорию. Так, Бэтрайдер. Входит в БКБ. Ну, плевать вообще ульту СД на БКБ. Падают на голову кирпичи у нас сразу же. Одного голема разбирают. И что теперь со снайпером происходит? Еще два голема. Надо просто переагриться на снайпера. Нет, пошли на Бриста. Брист байбэкнулся. Дезвард по СД. СД отъезжает. Миса на лоу ХП. Бежит отсюда под Виндраном. Потеряли только Шадоу Демона. Ну и, скорее всего, Варлока тоже разберут. ТП аут Animal отсюда, ульта снайпера нет, не сбивает ТП. Ну потеряли, что потеряли? Потеряли одного героя, потеряли Shadow Демона, выпал из Shadow Демона у нас гем. Гем здесь лежит, ну курьер уже идет, ну потому что курьер знает, что там лежит гем. Команда Invasion, я так понимаю, не прочекала данную ситуацию и были не в курсе попросту гема. Потеряли Бристол Бэка в начале файта Invasion. Ну и байбэкнуться заставили Бриста. По золоту просел хорошо. А команда Asus потеряла Shadow Демона и 4 големов. Каждый из големов серьезнее, чем Мирана. Каждый из големов серьезнее, чем Shadow Демон. То есть это фактически размен 5 в 0. Нет, я шучу, конечно же. Да, големы вроде и серьезные. Дают за них золото тоже немало. По сотне за каждого. Так, подцепили у нас опять Бристол Бэка. Опять ульта от миссы. И Виндрейнджер в соло наказывает Бристол Бэка. Если где-то какой-то удачный шейкл от миссы залетает, моментально ульта, там уже
с Бристом очень короткий разговор. Даже немного удивительно. Вроде Брист фармил легкую обхивал под ноги, ну и нафига Бристу этот обхивал? Он в этих соплях всю жизнь прожил, ему плевать вообще на это. Тауэр на лоу хп. Денайт. Вот зачем была нужна Мирана, чтобы на 32 минуте 8 секунде заденайт свой тауэр. Миса, поймали снайпера. Старфол по голове снайперу, снайпер начинает отъедаться. С чего вообще снайпер отъедается? Нет, это не отъедался на снайпера, это просто под хил пошел от АДТРа. Минус 4, ВРка на лоу хп, бочка в спину. Туда же гу от Бристлбека. Ну что, минус 4 сделали. Брист бежит дальше. Брист решил разобраться у нас с Мисой. Наверное, не отпустит, а может быть и отпустит. Все, сайленс по Бристу, Брист отходит к своей команде. На лоу хп снайпер. Так и не удалось заковырять у нас снайпера. Где он, кстати? А вот он, ему он никуда не уходит. WTF имеет Aegis в своем этом билде. Зачем, собственно, уходить отсюда? Просто убейте его, он встанет и развалит всех и каждого. Можно переместиться в нижний лайн. Команда Invasion решает отойти. Возможно, это правильное решение, потому как половина команды без маны и, наверное, две трети команды без ХП у нас. WTF теряет Aegis, зато 5000 на руках у WTF, а хоть второй Aegis иди и покупай. Да, денег много, очень много денег у снайпера. Он первый по фарму, 17700. Точнее, у него Net Worth. На втором месте у нас Bristol Back 14 с копейками. Дальше уже идет Animal на Варлоке 13 с половиной. Ну и 12 900, можно сказать 13 у Бэтрайдера. Invasion начали давить. 5000 по золоту и более 10000 по экспириенсу. Invasion сами по себе более опытные, ну и в этом матче тем более. У ВД есть уже Аганим. 500 золота у ВД на руках. Медальон есть, Аганим есть. Да, команда Assassin's начинает сыпаться. И они еще об этом, наверное, не знают. Хотя последний файт им действительно о многом сказал. Но, тем не менее, они еще, я думаю, всю ярость команды Invasion не прочувствовали на себе. Големы от Варлока становятся немного бесполезными. Там Бристлбек их, в принципе, не должен чувствовать, что Варлок делает. Варлок нижний брейк танцует. Как так вообще? Куда-то у нас крался Варлок. Меня аж немножко удивила данная ситуация. Ну, команда Invasion в своем лесу. Их соперники. Команда Assassin's. Assassin's Nvidia. Тоже реку не переходят. Боятся, и правильно боятся, потому что они проигрывают не только по золоту, не только по фрагам, но и по вообще по морали. Тем более. Варлок. Что тут? 1600 на руках у Варлока. Ну, надо как-то, наверное, я даже не знаю, укрепляться в ХП, возможно, Варлоку. Дэмэдж с руки, в принципе, здесь вряд ли будет. Можно, опять же, какой-то саппортинг команде своей оформить в виде хекса. Того же снайпера есть, в принципе, возможность контрить, если хексу вовремя дать. И големы развалят его за время действия хекса. Ну, посмотрим. Опять же, если захиксить у нас снайпера, то есть вариант вообще опустить ему на голову эти 4 кирпича. А так у нас юзает БКБ снайпер, ну и стоит, просто забирает големов по КД. Вообще, во-первых, по КД диффуза, во-вторых, с руки расстреливает, не ощущая толком. Мирана, 1900 на руках. Вот она минута успеха для Мираны. Наконец-то хоть какие-то деньги появились. Вообще топ-3 снизу у нас. Как даже этот ник прочитать, я толком не понимаю. Ну что, увидели у нас команду Assassin's. Кто вообще кого увидел еще? На хайграунд Invasion. Ситуация для них благоприятная, конечно. И Assassin's прекрасно понимает, что на ХГ подниматься и драться — это проблема. Как получилось так? Вроде на фулл рейндж в Бэтрайдер должна была залетать стрела. И как-то мимо бета проскочила. Я бы даже сказал, сквозь. У Бриста появляется алебарда. Что тут у Траксы? У Траксы нет. БКБ, зато есть Линкенсфера. Да. Дроу рейнджер у нас в относительной безопасности. Если, конечно, ее не будет фокусить кто-то другой. Миса уже на позиции, уже готов.
Есть Оркид, есть Форстав. Так, врывается у нас в Варлока. Варлока будут стараться разобрать до големов. Есть ли байбек у Варлока? Да, у Варлока есть байбек. Гадлайк для WTF-а. Ну все, заставили Варлока сделать байбек и бежать отсюда. То ли до следующей пачки крипов, то ли до КДБ Трайдера. Ждем. 44 секунды у вас пока не будет у Бетрайдера. Врываться, в принципе, смысла нет, но Invasion этот смысл находят. Рошан стоит? Нет, до Рошана еще полторы минуты. Шейкл в никуда. На одном бристлбеке остановился. Бриз танкует у нас Тауэр. Пошел настреливать. Дроу Рейнджер пошла настреливать. И очень-очень слабо пробивает у нас бристлбека. Ну и, в принципе, как эту толстую тварь пробить вообще, если... Дефа миллион, хп триллиард. Еще и постоянный подхил. Вот Абадона через Кайлы. Тот же Афотик Шилд не слетает у нас вообще с Бристлбека. Просто по КД. Ну и пока бьют Бристлбека, вся команда Invasion бьет тех, кто бьет Бристлбека. Поэтому это себе дороже вообще нападать на него. Шейкл пошел у нас по Бристу. Миса ульту не юзает, не хочет просто тратить ее. Ульта от снайпера. Треть хп сносит ВР-ки. Это все на... 38-й минуте. До сих пор нет 16-го левела у нас. У нас Увин Рейнджер. Бараки начинают гореть. Ульта от Мираны. Дизрапшн. Кого отправили? АДТР отправили в Дизрапшн. 4 голема у нас уже на месте. Вот у нас и 3 голема уже. С WT проюзал диффуза, и все. Сейчас еще один голем просто-напросто отвалится. Просто через диффуза. Нет, снайпер бежит. Снайпер у нас трус. Хорошо, под обхивалом. Очень медленно Абадон нас гребет. Никуда не выгребает. Бетрайдера забрали. Кстати, гем из него выпал. Могут забрать Бриста. Нет, на лоу хп уходит Брист. Где-то очень сильно проседает по хп у нас Вич-доктор. Ну и что? Асос отковырялись. Снайпер просто позорно бежал с поля боя. А все остальные... Все остальные потихонечку отправились в таверну. Ну и Бристлбэк. Та же история. ТП-аут как можно быстрее. Самые серьезные ребята у нас убегают первыми. Как я понимаю. Три голема есть. Скоро они пропадут. Надо просто танковать тауэр. Ну вот, еще один. Diffusal Blade. И падает еще один голем. И еще один голем отходит для команды Invasion. Просто заработали золото себе лишнего. Игроки Invasion. Зачем это нужно было делать? Варлоку толком непонятно. Вич-доктор. С гемом. И что, неужели купил гем у нас в ВД? Да, ВД приобретает еще один гем. А где старый гем? Где-то здесь лежал... Лежал... ОСД, два гема. Просто в каждую руку по гему и давай месить. 2000 по золоту также у Shadow Demon имеется. Ну все, один гем с собой забирает, на всякий случай. Как там у Мирана дела? Уже имеется Ultimate Orb. 900 сверху, по чуть-чуть, понемножку Мирана, в принципе, из-за черты бедности у нас выгребает. У... Дроу Рейнджер. Есть Демон Эдж. Куда готовится у нас дровка? Дровка у нас готовится выйти в МКБ. Потому как видела уже алибарду для Бристлбека. У ворот это неприятно. Тут может и у снайпера в итоге появиться. Та же бабочка. Так, Бет у нас влетает в Варлока. Сразу же в Дизрапшн бросает у нас Бетрайдера. Бетрайдер под БКБ бегает. Тут плевать, миссия абсолютно на БКБ. Из-под Дезварда выталкивает сама себя ВР-ка. И уходят на хайграунд. Забрали Бетрайдера. Бетрайдер у нас... Бетрайдер у нас уже далеко, в принципе, в списке. Еще минут 20 назад у нас был топ-нетворс на карте вообще. Теперь у нас Бетрайдер возглавляет бич-вечеринку. 14-19 счет. Давайте по графикам. Invasion 9000 по золоту. По экспириенсу 7000. Тоже в пользу команды Invasion. Но что приятно для Asus, это то, что графики теперь неумолимо движутся в сторону... Наляй. Ну а дальше, понятное дело, что могут перевалить и в пользу команды Radiant. 14-19 по фрагам. Тут давайте по героям еще посмотрим, как обстоят дела, и перейдем к артефактам. 9-1-6 у WTF, он на первом месте по КДА. Это и неудивительно, в файте вообще не участвует. А если где-то жареным пахнет, сразу же тэп-аут. Миса на ВР-ке. 6-2 счет. Ну а дальше 4-3. Ну, дальше печаль у всех. Если... Не отрицательный, то как минимум ничейный КДА. По артефактам. У Draw Ranger уже имеется 2000 на руках после Demon Edge. Есть также Linkin Sphere, есть Engine Yasha, Mom, ПТ, ну и тут ТП на всякий случай. У Варлока появляется Geoscepter. Есть Refresher, есть Аганим. 2000 также на руках у Мираны.
Практически 2000 уже насобирала после Ultimate Arba. Куда у нас вообще Мирана отправляется? Что это будет? Манта Стайл или это все-таки будет Скади? По ХП Мирана проседает дичайшим образом, поэтому Скади, наверное, не лишним будет на данного героя. А может быть даже и Линкен Сфера не будет лишней. В принципе, через Лассо частенько у нас забирают игроков команды Асес ту же Алебарду, те же каски, та же ульта от снайпера. Миране вообще половину ХП сносит. Да, скорее всего, думаю, Линкен Сфера для... для Мираны, для Патмы. Пытался вспомнить, как она называлась раньше в ВЦ3. Princess of the Moon, по-моему, или Price of the Moon. Так, Shadow Demon. Даггер есть, все. Больше Shadow Demon'у ничего вообще не нужно. Ладно, потом вернемся к команде Invasion. Я так долго я перечислял, что Invasion уже от скуки решили сносить хайграунд команды Assassin's. Разваливают ренжевой барак. Милишный тоже очень быстро горит. У снайпера с руки, ну, 200 с копейками. Тут почему бы и не бить? Будет ли стрела? Инвиз проюзала команда Assassin's. Ну, так идите и деритесь. Для чего вообще проюзали инвиз? Просто посмотреть, как... Ну, я так понимаю, это интереснее. Смотреть в инвизе, как падает твоя вторая сторона. Развлекуху себе устроили. Бейте бараки, нас вы все равно не увидите. Да, конечно, туповатый мув, без вопросов. Ну и также может быть с третьей стороной. КД у Мираны через 90 секунд аж инвиза. Да, возможно, не пойдут, а возможно, пойдут забирать. Минус две стороны для команды Assassin's. У них проблемы и не только проблемы касательно сторон. У них проблемы и по фарму. Тут боеспособная только Drow Ranger. Все, Warlock уже становится бесполезным, потому что снайпер не чувствует големов совершенно. БКБ есть, ХП куча. Брист есть, на подсейф Абадон есть, танковать есть кому, хилить есть кому. Так, цепляет у нас Warlock. Warlock отсюда бежать. Големы, в принципе, есть, да, и рефрешер тоже в откате, можно, в принципе, играть. Все, падает Т3. За Т3 будут стоять бараки. Команда Assassin's. Надо драться либо сейчас, либо не драться вообще. Писать ГГ. В Бристл Бека пошел врыв. Где ульта? Миса. Миса без ульты у нас. Миса не юзает ульту. Неинтересно. 4 голема на голову команде Invasion. Бристл Бека забрали. А ДТР в ульту входит. Ну так переагритесь хоть куда-то. Разваливают Бэтрайдер. Обхивал по ДТРу. Развернитесь и валите Абадона. Шейкл прошел, да? Да я не вижу. Да, прошел Шейкл у нас по Вич-доктору. Трипл килл. Трипл килл от Варлока и один килл от Миссы. Ну, это уже неплохо. Это уже какой-то... Я не знаю, какие-то шарики появились железные у команды Assassin's где-то там внизу. Хоть какой-то отпор своим соперникам дали. 18-20. По золоту, по-моему, более чем дофига заработала команда Assassin's в этом файте. По экспириенсу тоже. Давайте смотреть. С 5000 поражений до 2000 Assassin's сокращают свое отставание по экспириенсу, по золоту, ну где-то с 8 до 7000. Там, в принципе, немного. Опять же, падал тауэр, ну и до этого падали бараки. Я думаю, они тоже в общем зачете сказали свое слово. 18-20. Графики мы видели, что появляется по вещам у команды Assassin's. Давайте глянем. МКБ уже имеется у... Куа есть также 1000 золота сверху, даже чуть-чуть больше. Так-то набор артефактов старый. У Мираны все-таки линка вот-вот насобиралась. Варлок, 2800 на руках. Куда Варлок у нас отправляется и зачем у нас Варлок копит деньги? Сейчас узнаем. Геосептер, я думаю, так самостоятельно и останется. Вряд ли будет у нас в Этериал идти Варлок. Есть ли вообще в этом хоть какой-то смысл? В принципе, по... интеллекту тут не особо. Варлок у нас поднялся каким-то образом. Скорее всего, Гёст останется сам по себе. Ну а там уже тот же Хекс можно будет собрать. Ну и ВРК. Оркид, Форстаф, Мека, Линкен Сфера. Полнейший подсейф от Виндрейнджера. Осталось докупить, я не знаю, Блэк Кинг Бар для общей схемы. Не бить, конечно, Серьё. Хотя и так по дэмэджу неплохо. 300 с руки у нас у Виндрейнджер. В принципе, нафига и больше. 19-й левел уже имеется. Команда Invasion под смоком. Решили зайти во вражеский лес. У Гёста великолепная позиция. Как можно дальше у нас. Даже к фонтану уже имеет доступ, как я понимаю. И под инвизом команда Assassin's. Они понимают, что тут что-то не так. Под смоком зашли у нас игроки команды Invasion. Бэтрайдер врывается у нас в Drow Ranger. Дровку, наверное, заберут.
Хотя нет, под апхивалом. Под апхивалом здесь Бристлбэк. Так бей же его, дровка. Бристлбэк сыпется достаточно быстро. Бристлбэк в итоге у нас выхиливается. Я так понимаю, там сырок был для Бриста. Когда у нас вообще Рошан падал? Падал ли не падал, непонятно. Забрали снайпера. Ну и отходит команда Invasion. Потеряли двоих игроки команды Assassin's. Потеряли оранжевой барак внизу. Стоит последний милишный барак по ботом лейну. Снайпера нет, можно и без снайпера драться. Так, врыв у нас от Draw Ranger. Моментально, ну Гёста надо забирать. Под Шейклом еще стоять ему и стоять. Все, из Шейкла у нас Гёст не выходит. Дальше цепляют Бэтрайда, цепляют точнее Бристлбека. Стрела в никуда. Переключились на АДТРа. Да, есть, конечно же, ульт у нас у АДТРа. Ну, в принципе, это все бесполезно. А Фотик Шилд... Бьет у нас Draw Ranger. Плевать вообще на ульт. Просто бьют. Так хейтят АДТРа, как будто он им снес в соло 5 бараков. Нет, не АДТР 100%. Ваша цель снайпер? Ну, снайпера разобрали немножко раньше. 21-23. Ситуация становится интересной. Наконец-то Assassin's начали хоть чем-то отвечать. Ты уже такой тухлятиной повеял от их базы полнейшей. Странно даже как-то. Ну, если этот пик там в лейте еще будет рассказывать команде Invasion, это будет просто удивительно. Хотя так присмотреться, ну, один снайпер что-то серьезное из себя представляет. Если, конечно же, дают возможность бить. Если цепляется и вгрызается у нас Draw Ranger снайпера, то это полнейший провал. Миса, бежать отсюда. Касками, нет, касками ничего не сделают у нас Миссе. Каски полетели у нас в Линкен-сферу. И ТП-аут как можно быстрее. Ну, просто напугало команду Invasion, как я понимаю, хотя ВРК и сама тут испугалась не меньше своих соперников. У Киа появляется Кристаллис, есть 2000 сверху. Криты нужны. Да, криты нужны, потому что вырубать Бристлбека как можно быстрее, это безусловный плюс. Возможный плюс для команды Assassin's. Если доживет до критов, до доедалась у нас Киа, если бараки раньше вместе с троном не упадут, то, в принципе, шансы еще имеются. У Варлока 2500 на руках. Это после чего? Это после ничего. Или Варлок что-то приобрел себе? Персик приобретает себе Варлок. Как я понимаю, готовится тоже выйти в линку. Тут прям команда линки полнейшая. Ловят у нас Бристлбека. В Дизрапшн не отправляют. Просто разваливают через ульту Шадоу Демона. Но Брист горит. И Брист нормально так горит. Брист отсюда в итоге уходит. Обхивал под ноги. Варлок стоит, просто кастует обхивал. Не дает возможности подойти к игрокам своей команды. Но в итоге к Траксе подошли. Траксу разобрали. Еще и Миса здесь отъезжает. Но, скорее всего, это конец игры для команды Assassin's. По байбекам. Гонят дальше еще и Энимала. Энимал, скорее всего, погибает. Да, у Энимала есть байбек. Что там у Энимала по ультам? Ничего у Энимала. 42 секунды еще рефрешера арба не будет. Ну и нет смысла вообще выкупаться. Нет смысла драться. Все остальные команды. Все остальные команды Assassin's байбеков попросту не имеется. Все, ГГ. ГГВП. Первый матч за командой Invasion. Тут просто на классе переиграли. Затянули, где необходимо. Дрались тогда, когда нужно было. Драться в лишний экшен ненужный не лезли. Ну, поздравляем Invasion. Победа в первом матче данного Best of 3. Команды играют до 2 побед. Поэтому следующая катка либо за Assassin's мы смотрим еще одну, либо за Invasion. И тогда мы переходим уже к следующим матчам сегодняшнего дня. У нас сегодня нормально по матчам. У нас сегодня ESL One. И Азия, и Европа будет. Сегодня много крутотени полнейшей. Поэтому ждем, видимся, слышимся. Не забываем подписываться на наш Twitch. Ну и, конечно же, заходите в группу ВКонтакте. Там вся инфа по грядущим стримам будет. Все, пока небольшая пауза. Графика, музыка. Через 2-3 минуты услышимся.